Утвержден проект календаря игр первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны Запад. Ивановский текстильщик начнет новый футбольный год 10 июля. Свой первый матч команда проведет в рамках 1/256 финала Кубка России против Владимирского торпеда в Иванове. Это будет первая встреча между двумя принципиальными соперниками спустя почти 3 года. В первенстве ивановцы возьмут старт 15 июля в игре против Долгопрудного на поле соперника. Завершится чемпионат 5 июня следующего года.